Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание 24 августа. Поговорим об энергетике дня, поговорим о том, что обязательно нужно сделать в этот день, для того, чтобы этот день для вас прошел удачно и благополучно. Друзья, все более подробно в этом видео. Итак, 24 августа и числом этого дня, друзья, выступает число 6. И число этого дня означает, что любовь, счастье, плодовитость, богатство, успех, иллюзии будут вас окружать сегодня на протяжении целого дня. Главным символом этого дня является рыба. И этот символ означает, что в этот день вам нужно отбросить все свои амбиции, посмотреть на мир и на то, что вас окружает в реальном времени, оставить разговоры в стороне, перестать себя жалеть и начать действовать и двигаться только к реальной цели, думая о том, что вы со всем справитесь. Вы должны начать плыть, как рыба по течению, иначе вы так никогда и не сместитесь со своего привычного места, на котором вы застряли и на подсознательном уровне даже не пытаетесь с него сойти, так как вам на нем некомфортно. В этот день вам нужно также остановиться и все обдумать, хочется ли вам на самом деле что-то изменить в своей жизни, или вы это придумали для того, чтобы произвести, например, на кого-то впечатление. Сегодня нужно обязательно провести ритуал, который поможет очистить ваш дом от негатива, который в него могли принести ваши недоброжелатели, соседи или же просто люди с плохими и злыми помыслами. Поэтому, проснувшись утром, обязательно спланируйте свой день, но так, чтобы не начинать в этот день никаких новых дел, не заключать контракты, не подписывайте серьезные документы. Все, что можете перенести, перенесите. А так начинайте его в своем обычном ритме, в своем обычном режиме. Единственное, только думайте о хорошем, отбрасывайте все плохие мысли из головы. Перед тем, как выходить из дома, нарисуйте символ этого дня на щиколотке левой ноги, при этом проговорите такие слова: «Я как рыба сегодня по течению плыву, в нужном направлении для меня прильну. Мысли правильные ко мне придите, на путь верный меня сопроводите. Пусть мечты осуществить смогу и желания воплощу». Когда выйдете на улицу, поклонитесь в 6 направлениях вокруг себя. Это поможет вам притянуть хорошие энергии, которые направят вас в правильном направлении. В этот день на работе стоит помочь коллегам разобраться в вопросах, над которыми они трудятся на протяжении некоторого периода времени, но допускают постоянно одну и ту же ошибку. Объяснить им и рассказать, почему у них так получается и что служит для этого причиной. В будущем, когда вы будете нуждаться в помощи, и вам будет казаться, что никто не поможет, забыв уже о том, что какой поступок вы совершили, данный человек обязательно вас выручит. Главное, когда будете помогать, делайте это от души, ведь вы помните, ожидая благодарности, мы сразу перечеркиваем положительные поступки, которые совершаем, сделав, нужно забыть. То же самое касается и благотворительности. Когда вы этим занимаетесь, никто кроме вас не должен ничего знать. Иначе вы, распространяясь об этом, вместо положительных энергий начинаете притягивать к себе негатив, который будет настолько сильным, что может притянуть к вам неприятные события. Людям, чья профессия связана с животными, придется сегодня и посмеяться, так как случаи будут немного неординарными, и поработать, поэтому наберитесь обязательно сил и терпения. Юристам в этот день не стоит заниматься написанием контрактов, так как вы можете упустить какой-то важный нюанс, потому что вы можете в этот момент отвлечься на свои мысли, которые сегодня будут вас наполнять ваши головы. А этот нюанс придется потом исправлять на протяжении уже долгого периода времени. Не стоит браться в этот день за дела, если вы не уверены, что справитесь с ними. Даже если вам очень будет хотеться попробовать что-то новое. Этот день не подходит для неоправданных рисков. У творческих людей в этот день появится большая активность. Прислушайтесь к порывам и эмоциям. Начните двигаться в желаемом направлении. Результат будет таким, как вы и ожидаете. Начните самосовершенствоваться, попробуйте открыть в себе талант. Возможно, вы умеете рисовать и не подозреваете об этом. Возможно, вы сможете написать стихи, песни. А возможно, у вас есть талант к иностранным языкам, начав изучить которые, вы выйдете на новый жизненный уровень или даже сможете найти себе хорошую работу. В
в которой вам пригодятся те или иные знания. Не забывайте, что людям постоянно нужно открывать в себе какие-то таланты, изучать что-то новое и развиваться в различных направлениях. Проделывая это, перед вами будут открываться новые перспективы. А если вы будете лениться этим заниматься, искать какие-то отговорки для себя, то изменить свой уровень жизни и получить что-то новое в свою жизнь и интересное у вас никогда не получится. Посмотрите на успешных людей. Они знают несколько языков, они постоянно занимаются своим телом, не стесняются признавать, что что-то не знают и совершенствуются. А вот бедным людям это неинтересно. Они ищут постоянные отговорки только для того, чтобы оправдывать свою лень и ничего не делать. Поэтому выберите для себя, каким человеком вам хочется быть, и двигайтесь в этом направлении. Женщинам в этот день нужно записаться в спортзал или, как вариант, заняться утренними пробежками. Даже если поначалу вам будет тяжело, очень быстро вы сможете втянуться, и вам даже начнет это нравиться. Самочувствие благодаря этому значительно улучшится, и вы станете эмоционально стабильнее и крепче. Мужчина в этот день нужно заняться своей карьерой, составить обязательный план, которому нужно придерживаться при любых обстоятельствах. Мужчинам и женщинам, которые одиноки, стоит сходить в кино, так там вам будут ждать приятное знакомство. Перед тем, как приступить к ритуалу очищения вашего дома, первым делом протрите полы соляным раствором. Затем разомните 6 лавровых листьев, смешайте их с листочками крапивы, разложите на белую салфетку по центру каждой комнаты, а также помещений в доме, и насыпьте их вдоль порога входной двери. Затем зажгите свечу любого цвета и в любую емкость возьмите 6 щепоточек соли. Разметите в ней по центру свечу и далее подходите по очереди к каждой салфетке. Кидайте в нее немножечко соли, делайте свечой над ней круг и проговаривайте такие магические слова. «Негатив из дома моего уходи туда, где мне вред не принесешь и неприятности мой дом не привлечешь. Жилье свое очищаю, весь негатив из него убираю. На его место светлой энергии привлекаю, с их помощью счастливыми событиями свой дом наполняю». Далее свечи дайте догореть и сразу выбрасывайте. Салфетки с тем, что на них, оставьте до утра следующего дня, а на рассвете соберите и вынесите подальше от вашего дома. Выбросите в мусор левой рукой, а после проделанного идите домой и ни в коем случае не оборачивайтесь. Из-под порога уберите вечером и смойте все. На следующий день вы сразу ощутите, что из вашего дома ушел весь негатив. Вам станет приятнее находиться в своем любимом доме. Вы будете ощущать уют и комфорт. В этот день нужно одеть одежду желтого, красного, зеленого цветов. Если одежды такого цвета нет, возьмите нитку в таком цвете и проносите ее в любом кармане на протяжении целого дня. Это поможет вам притянуть больше нужных энергий к себе, а вечером выбросите где-то на улице. Талисманом удачи на этот день должны стать следующие камни. Первое – это сапфирин, который помогает убрать боль. Для этого его просто нужно приложить к воспаленному либо наболевшему месту. Помогает также он справиться с эмоциями, способен уберечь от сильного влияния извне, такого как сглаз, как порча, помогает найти и увеличить любовные посылы, притягивает счастье, а также помогает зародиться новым отношениям. Укрепляет семейные отношения, помогает своему владельцу открыть в себе ранее неизвестные качества, способности выставить правильные цели, осуществить желаемое. Следующим талисманом удачи является серпентин, который помогает убирать с человека различные негативные эмоции, наполняя его жизнерадостностью, помогает залечить душевные раны, избавиться от любых неприятных ощущений, укрепляет энергетическое поле, чем делает владельца неподвластным для чужого влияния. Друзья, эти знания, эти обряды, эти ритуалы, практики, которые передавались нам от наших предков, помогут вам правильно располагать свои энергетические силы в течение всего дня. Также главное, чтобы вы использовали это
себе во благо. Проводите сильные ритуалы и учитесь постоянно чему-то новому. Развивайтесь и ни в коем случае не стойте на одном месте. Помните о том, что в вашей жизни всегда все будет только меняться в лучшую сторону. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, а прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много ценной, важной, нужной, интересной информации. Всех вам благ, услышимся с вами уже в следующем видео.